сегодня небольшая охота в Дана Мол. Посмотрим, какие машинки здесь есть. Интересно, что найдем. Начнем с фантастика. Тут очень прикольные грузовики всегда есть. Правда, Сенек такой не маленький у них. Этот классный очень. Galactic Express. Big Head. Тройки. Немножко пятерок. Тоже прикольная платформа Turbo Beast. Из стареньких. Тоже неплохой Reblast. Почем эти здесь идут? 23, по-моему. Вполне неплохие. Volkswagen. Так. Старая серия Looney Tunes. Тоже прикольный Volks. И сами Hot Wheels. Почему-то очень много Hot Wheels Legends. Прямо очень много. Рядами все это одинаковое. Вот это прикольный кастинг, конечно. Но не сокровищ, ничего, но сам по себе Head Starter очень неплох. Надо будет на треке подобно использовать. Посмотреть, насколько он быстро поедет. BMW, мотик. Так, тут они как-то, смотрите, рядами развесили одинаковые. Это прикольно, на самом деле. Прикиньте, так бы супер сокровища висели в ряд. Было бы угарно. Классная импала. По-моему, что-то такое сокровище было когда-то, если не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Тут два висит. Шевика. Может, какой-нибудь Рор найдем с вами. Так, хотя можно на Роры просмотреть. На ошибочки. Что бывает такое, что-то будет выглядеть не так, как все. Вот, например, как... Хотя нет, разные колеса у них у всех идут. Нужно быть очень внимательным в этом плане. Тоже прикольный корветик Greenwood. Вот эти платформы, конечно, офигенные. Эмбозеры. Они, кстати, довольно нечасто встречаются у Hot Wheels. Редкий кастинг относительно. Ракеты. Pacifica Chrysler. Немножко зелени. Pedal the Metal. Маздочка, по-моему, это или это Porsche? А, это Porsche. Все время путаю Бэтмобиль. Угу. А вот это уже прикольно. Вот это точно был когда-то сокровищем, детишка. Так попробуй найди суперсокровище. Это обычный. И это тоже висит, походу, обычный. Ага, ничего особенного. Прикольный кастинг. Так, вот эти домики тоже прикольные. Это реально можно очень легко найти Рор. Они прям все вместе сложены, машины. Где-нибудь, может быть, что-нибудь без покраски или с неправильными колесами. Или еще с какой-нибудь ерундистикой. Ну, интересно развешано, конечно. Первый раз такой встречаю. Пиксель Шейкер. О, из старых кастингов. Смотрите, это у нас 2017 год аж. Неплохо. Ценник на них сегодня такой здесь. Так, таксишки. Что же, удобно, может быть, найду какой-нибудь ID. Уж среди них когда-то было ID-шка, но не факт. Pacifica. Ford GT еще один, но тоже не STH-шка. Обычный. Не. Так, что тут еще интересно? Смотри, сколько поршиков. Нормально так. Сокровища развесили. Смотрите, это Сарактор. Это обычный Treasure Hunt. У меня таких несколько уже. Человек 4 штуки здесь висит. Так что, если кому-то нужна ТХ-шка, приходите, забирайте. На 4 человек хватит. Так, что тут еще у нас интересно? Есть мусорки. Вот здесь уже в разнобой идут. Немножечко тачки. Но весьма неплохо. Форды. Обалденный кстати, кастинг, кабриолет. Очень нравится мустанг этот. Весьма неплохой. Из форсажа тоже. Замечательная тачка. Эль Камино. Кастомный. Хотя можно, наверное. Хотя это не с форсажа, извините. Из чего-то другого. Но вот этот можно прихватить 20-й год. Куда-нибудь его отложу пока что в сторону. Так, висит тут пока. Так, еще такие таксишки.
Ford GT. Тоже обычно не сокровище, ничего. О, еще один ТХ спрятанный. Сейчас мы его... Аж 5 ТХ-шек теперь. Поршики. Раз, два, три, четыре. 5 Поршей. Ну что, ребят, по тачкам сегодня реально здесь аншлаг. И по повторкам тем более. Так что можете набрать Мазды, Порши, все что угодно. О, вот эти тоже как-то ТХ-шками были. Но это, по-моему, обычные. Ага. Но не точно СТХ-шки шли. Тут тогда ТХ пишется сбоку вот здесь. И колеса другие резиновые. Я примерно все СТХ-шки помню, но могу что-то пропустить. Так что, если вы на обзоре что заметите прикольное, маякните. Если я что-то пропустил интересное. Мотики. Тоже классный кастинг. Еще неплохой магазин. Очень прикольно машины расставлены. Даже попробовать даже поглубже покопаться, может, что-нибудь найдется. Ну, вот то, что здесь есть. Тоже обычное. Хотя, как вы видите, кое-что все-таки здесь нашел, на удивление. Обычно, конечно, что-то подобрать не так уж. О, интересно. Потенциально СТХ вижу. И это у нас обычный кастинг. Не СТХ-шка. Жалко. Хотелось бы, конечно, свой СТХ или хотя бы какой-нибудь ID найти. Но сегодня пока не везет. В общем, то, что есть... Я вам показал. Пойдем дальше. Прикольные грузовики появились. От VGT Car. Первый раз такой кастинг вижу, но сами грузовички вполне неплохие. Санник такой тоже, более-менее. Выглядит неплохо, но не знаю, как он вблизи будет. Смотрите цену на Maesta Design. Да, в прошлой охоте, это, конечно, подобные тачки стоили гораздо дешевле. Процентов на 30. Но это, конечно... Классный кастинг, но цена. И вот что здесь есть. Показываю со стороны. 30% скидочка на что-то идет. Ну, как вы сами видите, вот мерзкость неплохой. И вот этот грузовичок уже не первый раз его здесь вижу. Но ценник здесь, конечно, повыше, чем в прошлом магазине, который вам показывал. Так что смотрите предыдущий обзор. Там поинтереснее будет. Так, разные трассы. Игрушки типа Роблокса. Кто-то коллекционирует Роблокса из вас. Кто-то коллекционирует Роблокса, напишите в комментах. В общем, больше ничего такого, что именно меня в моем масштабе интересует. Но сегодня я здесь пока не вижу. Прикольные грузовики, кстати. Но по качеству это, конечно, все не то. Ну и немножечко трасса Hot Wheels для вас. По трекам то, что здесь есть сейчас. Показываю. Вполне неплохой выбор, кстати. Весьма. Немножечко буслика поснимаем. Были старые кастинги. Ланчбокс. Этот неплохой идет. Наборчик. Сейчас вроде как еще скидка на Вэлли идет. Немножко грузовиков. Они еще дороже, чем фантастика. Премиум. Спайдермен. Еще немножко пластиковых грузовиков. Элементы для трека. Кастома. Мы спрашивали, где брать элементы. Вот. Петля, кстати, неплохая. Но санник у них, конечно, в два раза завышен, чем то, что должно стоить, грубо говоря. А Monster Tracker. Неплохой золотой, а точнее, желтый Porsche. Вполне интересный кастинг. У меня где-то такой был уже. Матчбоксы. Это хорошо. Не часто бывает. Сейчас посмотрим. Лодка неплохая, кстати, здесь есть. Правда, не знаю, плавает она или нет. Хаммеры.
от Вилсу. Черепашки старенькие висят. Даже пасифик еще из старых запасов. В общем, тут все. Начало, середина 20-го года, грубо говоря. 21-го здесь кастинга даже особо нет. По ценам чуть дороже, чем фантастика идет. Тут неплохой, вполне прикольный кастинг. Мустанг. У меня тоже где-то был уже такой, закупал, когда они только появились. Так, а вот большие карты. Это другая поставка идет явно. Это у нас 10 месяц 19-го, но вообще. Начало 20-го, как я и сказал. Скорее всего, здесь ничего такого не будет интересного. Пороемся немножко. О! Уточка висит, кто-то отвесил себе. Их несколько, поэтому брать не будем, но кастинг неплохой. И Камара коллекция, и немножечко прикольного, хорошего Ларивуда. Тут он еще и перевернут. А, ну он разбит в ноль. Пострадал. Монстр трак еще щиточек. Эти пластика вообще не вижу, есть ли смысл вообще их брать за такие конские деньги. Потом же Валберест стоило гораздо дешевле, чем здесь. На скидках особенно. Вот это неплохой кастинг. Как вам такое? Датсун, Блюберт, Веган, Момо. Неплохо. Ну что вам скажу, кое-что есть, конечно, но вот это класс. Классный набор. Но у меня, по-моему, что-то подобное было уже. А вот набор вообще с бэхой, смотрите. М2 здесь внутри, формула. Небольшие пятерочки набора, еще чуть их. Так, еще по стоимости 3-4 рубаса. Ну, дороговато. Хоть как и везде, но немножко дороговато. Смотрите, какой классный экзотик. Из старых еще висит. А, они еще и на скидке. Ну, на скидке, в общем-то, не самая плохая цена получается, если так посчитать. Наборы по 10 с очень неплохим миником внутри. Хотя набор-то, по-моему, у нас уже 2021 года. Да, ребята, наборы по 10 2021 года здесь лежат. Это уже свеженькие. Но ценник на них термоядерный. Если, например, в Детмире он стоит 50 рублей, то здесь 74. Дороговато. Ну, как-то так. Вот так вот в буслике, в Дане, как вы сами видите. Есть скидки сейчас, что приятно, но даже со скидкой цена все равно дороговато выходит. Пойдемте еще посмотрим технопарк. Немного здесь есть грузовики. Банк. Но они особого интереса для меня не представляют. Может, вам будет интересно. Есть также большие тачки. Здесь обычно в этой области лежали небольшие Велли. Но сейчас я их здесь не вижу. Есть разве что вот такие вот эвакуаторы, грузовики с вертолетом и с вот таким вот УАЗиком. Кстати, прикольный вариант. Какой-то УАЗик плохо прокрашенный сбоку, тюнингованный. А, это просто тюнинг хром. Заманчиво выглядит. Цена такая еще средняя. Ну, как-то так. Сами все видите. Вот свадебный лимузинчик тоже неплохо вполне. Так, Велли немножко Next. Но маленьких Велли здесь я уже не вижу, как раньше. Здесь раньше были маленькие Велли, типа как в яйцах, только отдельно, но нету сейчас. Пока все. Еще остался у нас Алешка. Посмотрим, что здесь есть. 21 год, неплохо. Уже на старте неплохо. Хорошие кастинги, особенно вот это, посмотрите, какой класс. Так, выход Вилсом. Такой вообще никогда не видел. Трасса. Тоже необычная, кстати. Очень необычная. Еще здесь по кастингам у нас есть. Так, немножко грузовичков. Ну, это, конечно, вне конкуренции. Porsche. 9 рубасов. Ё-моё, цены. Трендец. Очень дорого. Хотя у меня такого нету, блин. У меня такого нету. Взять, что ли, его? Ё-моё. 9 рубасов, ёлки-палки. Очень дорого. Короче, как вы думаете, брать или не брать это кафес? Ну, блин, классный. На 9 рубасов, ё-моё. Ладно, возьмем. К
Кстати, вот этого набора я еще не видел. Twin Mill. Боншейкер классный внутри. Hot Wheels Leggings. Какого же он месяца? Дату прощекать. Где-то дата была всегда. GTN 38. Где же дата-то? Ага, нашел. 11.20. Ну, свеженький. Свеженький наборчик. Прикольный, кстати. Еще по цене. Цена самая большая в городе, похоже. Ну, Алешка такой, Алешка. Здесь всегда цены просто термоядерные. Наборы классные. Еще не скажешь, это пока здесь оставлю. Чем мне нравится Алешка, особенно то, что у них есть прикольные кастинги обычно от Majorette. Например, в данном случае, смотрите, какой прикольный жук висит с прицепом. Ерибе пак. Volkswagen Beetle. 22 рубаса. Немножечко супер премиума на резине. 19 рублей. Ну, дороговато относительно, да, Majorette, но бывают прикольные кастинги иногда встречаются. Вот же этот жучок подешевле. Без прицепа. Здесь еще иногда редко-редко, но сику бывает. Но сегодня, по-моему, их я не вижу здесь сику. И бывают наборы Majorette. Прикольный катибус. Где-то такой есть. Так, наборчики Majorette. Типа диорамки. Весьма интересно, что у них там есть. Ага, такой. И такой же, да, по-моему? Угу. Набор с самолетом. Типа ангар для самолета, прикольно. И вот то, что я вам говорил, пятерочки бывают иногда. Весьма замечательный набор от Majorette. Ценник 56 рублей, более-менее нормально по цене получается. Ну, и, наверное, здесь только дикий, да, еще есть. Но это не то. По этому магазину, наверное, сегодня все, к сожалению. Хотя есть еще... Kingsmart лимузины. Kingsmart тоже немножко подорожал раньше, по 14 рубасов было, сейчас 16 здесь стоит. Вэлли немножко, ну как сами видите. Интересно, конечно, вот этот стендик с Majorette. Оно далеко не всегда что-то годное попадается, хотя набор хороший здесь. Фермерские трактора. Ну, в общем, на сегодня, наверное, пока все, то, что нашел. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Не забывайте про лайк, про подписку, написать коммент.